движение, зародившееся в республике полвека назад и в наши дни продолжает развитие. Студенческие отряды из Мариэл впервые в этом году для прохождения практики отправились в Крым. Ребята будут работать в Ялте и осваивать сервисные профессии. Бармен, повар, официант. Сервисный студенческий отряд «Маритур» впервые из Мариэл отправился в Крым. Всего на берегу Черного моря будут работать 27 отрядов из 22 регионов. Общей численностью более 400 человек. Из Мариэл 15 студентов. 19-летняя Алена Конакова учится на социального работника. Свою жизнь хочет связать со сферой сервиса. Считает, что среди персонала предприятий общественного питания и звездных гостиниц идет постоянная конкурентная борьба. Поэтому опыт здесь немаловажен. На практике я буду на кухне работать и, надеюсь, потом здесь же в городе смогу работать дальше. На кухне я буду работать поваром, помощником повара. Вот. И как раз здесь берут только с опытом людей, поэтому наберусь опыта и буду работать там. Студенты будут работать на объектах гостиничного комплекса «Ялта Интурист» и осваивать сервисные профессии. Официанты, горничные, озеленители, подносчики пляжа, кухонные рабочие. Следующий отряд студентов в Ялту отправится в конце июня. Затем в июле 30 человек займутся сбором трав уже в пределах нашей республики, в Маркинском районе и по Кокшайскому тракту. 7 августа отправятся в детский центр «Орленок». Трудовые отряды для студентов – это возможность еще и заработать. В среднем за месяц они могут получить от 10 тысяч рублей. Едем мы туда, во-первых, стажироваться, то есть для нас это нужно, так как мы учимся именно по этому направлению, то есть опыт набирать. Ну и, конечно же, это заработная плата тоже, как-то развиваться и в духовном плане, и вообще мир посмотреть, потому что это туризм, мы все любим путешествовать, и ребята очень многие работали в Турции также на практике по полгода. И вот сейчас вот, ну, Турцию, как мы знаем, закрыли, поэтому мы выбрали Ялту. Сегодня в Мариэл насчитывается 65 студенческих отрядов. Это более 1200 человек. Ежегодно самые востребованные направления – педагогика, медицинское и строительное дело. Студенческие отряды в Мариэл работают без малого уже 50 лет. За это время тысячи студентов прошли практику внутри и за пределами республики. Штаб студенческих трудовых отрядов работает с центрами занятости и правкомами непосредственно в самих учебных заведениях. Для студентов, которым не по карману летний отдых за пределами республики, студенческие отряды, например, обслуживающего персонала, это еще и возможность побывать на море. Кстати, проезд и проживание за счет работодателя. Кампания по набору студентов в трудовые отряды продолжается. Следующая отправка планируется в июле.